Всем привет! Вы ищете красивое и качественное белье себе или кому-то в подарок? Предлагаю вашему вниманию интернет-магазин «Сова». Эта компания занимается продажей качественного постельного белья, которое принесет вам в дом красоту и уют. В этом интернет-магазине хороший выбор дизайнов и расцветок постельного белья, а также огромный выбор пледов, одеял, подушек, полотенец и многого другого. Интернет-магазин «Сова» готов выполнить ваш заказ качественно и доставит товар всего за 3-5 дня. Оплата при получении после осмотра товара. Ссылку на интернет-магазин вы найдете под этим видео. Доброе утро. Обрабатываем Томми ручку. Доченька, покажи ручку. Вот так, вот так. Тихо. Видите, как порезалась, вчера гуляла. Тетенька бегала, когда догоняла. А еще бинты купить надо. Ну, купим бинты. Маленькие вот такие. Возили Тому в скорую. Ну, они просто обработали, как и я. Сначала перекись водорода, а потом вот такой. Она там плакала? Нет, она вообще хвалили ее там, да, Тома? Сказали, очень смелая девочка. Ты уже обработал? Нет. А вон есть мирамельский, можешь им брызнуть? Давай. Вот такая. Да, в лекарствах навести порядок. Начала была. То есть вчера обрабатывали, там кровь маленько попала. Томка прям вся истеклась. У Насти на руках. Я вся крови была. Пальчик посмотри, с той стороны тоже. В садик поэтому мы не пошли. Я думала, плакали прям все. Тома. Тома, главное, не плакала. Плакали Женя. И больше всех Саша плакал. Я так, Санечка, Сань, посмотри на меня. Жалко было Томочку. Прям плакала, плакала. А Тома смелая девочка. Да. Пойдемте зубки чистить, дочь. Пока я почистушу. Ну, потихоньку, правой рукой. У тебя левая только поранена. Сейчас папа перебинтует. Да. Мы уже пообедали. Здесь вот дыню едим. Кто-то ест, кто-то не ест. Половина у нас не любят дыню. Но дыня получилась. А, в смысле, что купили мы дыню. Просто вообще вкуснять. Сейчас мы будем готовить ужин. Сейчас посмотрим, кто же чем занимается. Санечка, что делаешь? Ролики убираешь? Папа сказал сюда убирать? Я сюда положила. Чтобы не мешались. Правильно. А то ты вчера их бросила, и они попали под дождь, да? Ну. Ой, у нас на улице тепло. Всем привет. Да, молодцы, привет. Пап, только тут не ходить, мы будем с папой мою эту застежку искать. Да? На часы? Нам сказали, Вачинске есть. Ой, сегодня какая красота. Что, Настя уехала уже? Да. И Алина с ней? С Томочкой. С Томочкой и с Алиной. Ну, нам осталось чуть-чуть убрать. Вернее, девчонки. То Настя возит, то Дарина немножко. Потихоньку-потихоньку убирают. Все. Люди уже картошку стали копать. Мы еще не копаем. Мы копаем картофелекопалкой. Мне кажется, как будто как рановато копать. Да, Вась, скажи. Она еще прям зеленая стоит. Мы не копаем. Нет. Да, только Кристинка копает. Больше никто не копает. Всех стоит. И мы тоже не будем. Все на улице. У нас тепло, хорошо. Хоть бы на 2 сентября так же было бы, да? А тепло, хорошо. Мерзли на 1 сентября. Дрожали все. Пап, как вы хотите там искать? Рукой?
Новый будешь делать? Да. Я не знаю, какие у папы варианты. Не знаешь, какие варианты? Да, Арина, какая крутая. Музыку слушает. Удобно, да, доча? А мы раньше, когда дрова складывали, мы песни пели. У меня вообще песенник был, конечно. Я песни много знала. Сейчас начинаю петь, дети сразу. Мама, не пой! Смотри, грибы выросли. Да, только Саша разрешает маме петь. Больше никто маме не разрешает петь. То сейчас уберем, и у нас будет намного красивее во дворе. А то стоят эти дрова, мешаются только. Ладно, пошла, я буду ужин готовить. Ой, так мы с игрушками начали разбираться и бросили их, да? Так и не разбираемся дальше. А может, она тоже там валяется? Кто? Нет. А где она? Ты ее потеряла? Кого? Папа отремонтировал Женечке. Видите, вот сам сделал вот эту вот штучку. Из железа. Да, из железа сделал. Единственное, ему надо попросить, чтобы он сделал... Папочка, пап. Он на улице, наверное. А, я думала, папа... Знаешь, ты ходишь как папа. Тум, тум, тум. Вот такую эту штучку-то. Куда заправлять? Ну. Нет, это не у папы, это мама. Чего, там малину нашли? Да. Лучше бы сразу так съели. Че, доча? Отдай ей, пускай она доест. Мама, вон папа. Ага. Принесла я кабачки. Говорю, сейчас буду делать оладушки. Оладушки. Ни один человек не соглашается их есть. Я все равно сделаю. Одна буду есть. Даже Вася категорически против. Я не буду есть оладьи с кабачков. Как так не любит у меня никто? Жень, может, ты будешь есть? А? Будешь? Ну, а ты моя умница. Сейчас мама сделает оладушки. Сметанку купим. Хорошо? Ой, принесли там 5 малинки и то сахаром посыпали. Вы что так вредное любите есть? Это полезно. Там держи. Тома, держи. Вот этот еще кончик держи, а вот этот. Смотри, дай. Помогайте. Что? Женя, этот. Надо вот эту переплести. Да ладно. Не, давайте хвостики. Да. Так вы берите поменьше. Сделайте не два, две косички, а 10. Как? Да. Резинок нету. Перестал. Мам, я хотела, знаешь, как меня Алинка заплела? Все волосы в маленьких косичек, ну, потом разделять, потом на три части разделить, ну, и сделать две косички вот так хотела. Ну, так попроси ее, я что? Девчонки у нас, можно сказать, ужинают, уже поздно, время 6. Дарина. Не ужинают, а обедают. А, не, вы обедали картошкой, вспомните. Сейчас кушать прибежали. Женя такая, мама, покорми меня. Весь день на улице, поэтому голодная. Да, Тома кушает. Мы не гуляем, мы там папе помогаем. Ну, молодцы, молодцы. Суп у нас мы в маленькую варим. А на вечер будет картошка круглая. Картошка сейчас каждый день. Очень удобно. У нас есть... Ой, где-то девчонки принесли. Помидоры, перец. Да. Папе мы поджарим перец, да. С помидорами. И с чесноком. Он очень это любит. А нам просто помидоры... Домашние помидоры, они же сладкие. Дети съедают с удовольствием. Угу. Да. Бегал, и все, я упала. Упала? По ага. Костю. Ну все, доедайте все. Дарина уже гуляет вовсю, убежала еще в 5. А сейчас не темно, кстати. Ну, так она до 9 зато. Пока Тома с Настей за молоком ездили, девчонки убежали гулять. И это. Да, бинт еще новый купили.
Ну не было такого маленького. Не надо туда пальчики, занозу посадишь. Пойдем поищем, не знаю, где они. Они на поле. На поле? Да. Ты их видела там? На футбольном поле? Да. Откуда ты знаешь? Машина идет, машина. Жан, привет! Здрасте, здрасте. Нету девчонок, не видать. Ай, дай, дай ручку. Давай мы оденемся, ты в тоненькой футболочке. Уже прохладно. Что случилось с ней? Плачет. Она не успела. Степа только приехал и уехал. Она даже и плачет. Не успела даже поразговаривать и плачет. Мама, мне надо отработать. Смотри. Упала? Беги домой езжай. Мам, платье мне приклеют. Ну, он упадет сразу. Ничего. Опять эти КАМАЗы едут. Ага. Ничего, маленький напасть. Ну пусть приклеят, езжайте. Мама, езжайте. Куда? Мы стоим там, как дурочки, орем вам под окном. Погулять зовем. Мам, вы куда? А что у тебя дома открыто? Дома открыто? Да. Мама говорит. Я же закрывала ее. Да, мне показалось, у вас дверь открыта. Ну, в смысле, что я от себя глянула, покричала. А, открыто, а там-то закрыто. А, ну, мы-то внутрь не заходили. Просто гуляем мы. Вон, гуляем, мама велик несет. Ну, хорошо, легкий. Мама, ну, и мы одели. Мама, можно я буду Дарина следить? Мама, пусть Дарина гуляет. Понимаешь? Мам, пошли. Мама, ты хочешь? Давай велик потащим. Езжай на велик, езжай домой. Что? Тома, ты что потеряла? Я потеряла тапки. Тапки? Так бежала, что потеряла? Олежки, да. А, не хочет. Иди кофту одену. Со мной, говорит, прохладно стало. Пошла за кофту, теперь лень возвращаться. Мама, как я умею? Ой, фу, зубкам больно будет. Ну иди сюда. Так зуб болит. Угу. Ты что, ударилась? Чего у тебя нос красный, скажи мне? Гуляю. В чем ты там зацепляешься? Гуляешь. Ударилась носом, нет? Да. А во что? Стой. Вернись. Под великом тут. Повернись, под велика. Об велик? К маме повернись. Угу. Довязала ей? Да ну, нет. Нет, что? То-то ты вязала. Нет, я распустила. А, ой, я всегда так делаю. И все. Мама, 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 а можно мы поменяем? Ну, как хотите, поменяйтесь. Мам, а, кстати, Сашка уже там прыгает. Говорит, ой, я хромаю. А как снимать? Ой-ой-ой, девчонки Машу смотрят после баньки. Да? Молодцы. Сейчас мы будем уже чай пить и спать, ложиться. Дариночка, ты в баню собираешься? Да. Дарина в баню собирается. Я в баню пришла, девчонок уже старших нет. Круговорот жизни у нас. Дарина пришла. Девчонки ушли. Деток. В Анжелку играет, да? Розовый. Угу. Вот такая, да. О, какая крутая крутая. Да, белая, черно-белая. Ну, так вот у нас день прошел. Давай, доченька, скажем всем пока. Всем пока-пока. Ох, ты какой. Вон там папка пришел с бани. С легким паром, Вась.